Друзья, привет всем. У нас находки. Короче, вот так мы хоп. И у нас сразу сумочка тут. Привез все в сумочке. Смотрите, утюг. В хорошем состоянии, практически в идеальном. Блин, реально как новый. Браун. Смотрите, браун. Окей, давайте его посмотрим. Работает ли? Так. Ну, лампочка светится. Да, он теплеет. Теплеет. Вот такой утюг. Браун. И еще один у нас утюг есть. Philips. И тоже реально как новенький. Офигеть. Так. Давайте мы его включим. Смотрите, у него какая вилочка. Интересная. Светится. Так, светится. Здесь что-то заморгало у нас почему-то. И не греется. А почему не греется? Интересно. Где у него вообще регулятор, мне интересно. Странно как-то. Регулятора-то нет. Кальклен. Нет у него регулятора. Хм, странненько очень. Где у него? Ладно, ребят, буду разбираться с ним потом. Пока он не включается, ну то есть он моргает там что-то, но он не греется. Ну, вот где-то, если у этого здесь есть регулятор, то тут ни хрена нету. Не на блюпусе же он работает. Так, вот такую нашел штуковину от Xbox, да? Xbox, да, Microsoft Xbox. Вот, взял наушнички Битсы. Битсы. Не знаю, почему их разобрали вот так. Для чего их так разобрали, опять же, не знаю. Это же как-то оно... Да, оно вот здесь вот скручивалось винтиком. И то есть они должны... Где-то что-то с ними нету. Вот, ну для чего я их взял? Потому что у меня такие же лежат. Такие же, ребятки, лежат. И там амбушюры, короче, ушатанные. Тоже белые, но амбушюры там ушатанные. Вот сейчас с этих амбушюрки туда поставлю. Вот, и будут уже хорошие наушники. А где они у нас лежат? Я что-то забыл. Ладно, пока положу сюда, а потом найду. Так. Хоп, закинул. Закинул. А, вот такая есть от Xbox тоже. 360, вот такая хрень. Это, наверное, для... Для не знаю для чего. Technics есть вот такой плеер. К сожалению, отсутствует у него крышечка. Это плохо. Так, с этой сумочкой все. Мы ее сюда. И есть у нас еще одна сумка. Вот интересная сумка. Здесь тоже, короче, мы потом разберем с вами, что там есть. Потому что там она не пустая. Дальше у нас, значит, вот такая видюха есть. Гигабит. Где-то было написано на ней. GVN960 2GD. Ну, короче, вот не могу на ней конкретно найти название ее. Вот, но это тоже нужно будет пробить, посмотреть. По-любому находка хорошая. Идем дальше.
Вот такой у нас зарядник есть. Зарядник это для вот таких вот батарей, знаете, для автомобилей батареи. Ну, эти как модели, для моделей батареи заряжать. Так, включение где-то у меня есть. Ну да, в принципе, вот он включился. Вот, хорошая, хорошая вещь. Даже его на барахолку не буду забирать. Я его оставлю для себя. А зачем для себя? Потому что иногда попадаются вот такие вот автомобильчики хорошие, а у них нет, для них нет зарядника, и это плохо. Еще одна видюха у нас вот такая Asus. Здесь, кстати, уже все написано. GTX 950. Ну, в общем, проверим, посмотрим. Такая видюха. Ну, недорого. За десяточку она уйдет, я думаю. Легко. Так. Продолжаем. Здесь у нас какой-то набор для замены. Вот, смотрите. Для замены этих вот как элементов браслетов, короче. Снимать, вытаскивать. В общем, тоже себе оставлю. Я же иногда часиками занимаюсь, там, мастерю что-то. Вот такой Sony у нас. Как его называют? Фотоаппарат. Так, а почему он у нас? Раз, раз. Ага, у него застежка здесь поломана. Поломана застежка. Ну ладно, не буду его брать на барахолку. Вообще такие там забирают, но раз он поломанный, значит мы его не берем. Так, что у нас здесь? Здесь у нас вот такие вот штучки для, знаете, подставлять. Короче, это под двери. Это тоже под двери, скорее всего. А это подставлять под мебель, знаете, чтобы ровно стояло. То есть, ну как бы. Вот, видите, вот под мебель, вот под дверь. Ну, оставим. Ну, может, на барахолку заберу. Ну, в принципе, не знаю, посмотрим. Вот. И немножко лего у нас здесь найдено. Вот такое лего техно, да? Вот. Я его забираю всегда. Ну, в общем, смотрите, сейчас вот раз, и здесь у нас тоже лего техно. То есть мы сейчас вот это все положим в один ящичек, и у нас уже будет побольше. Потом люди и ходят, люди смотрят такие и покупают. Даже если там не комплект, даже если там всякий кишмиш, вот, все равно покупают. Лего техно всегда в зачете. А еще круче продается лего дупло. Вот это большое, знаете, крупное такое. Оно еще круче продается. Я в прошлый раз на базаре продал все лего, которое у меня было, причем за неплохие деньги. То, что я нашел на мусорке, почти на 100 евро я продал, короче, этого лего. Но там тоже было и техно лего и все там. Так, это пока вот в процессе собирания. В процессе собирания. Кстати, насчет игр. Короче, игры здесь. Вот эти нижние 4 по 10 евро. Ну, в среднем. То есть я самые низкие цены беру. И даже на 10% ниже, чем в eBay проданы. 4 по 10 евро и 3 по 5. То есть это получается 55 евро за игры можно просить легко. Так, что у нас дальше? Дальше у нас, как я обещал, сумка. Сумка. Значит так, сумочка, кстати, неплохая, симпатичная, но есть проблема у нее. Смотрите, у нее вот такая запчасть вот здесь вот должна стоять. Вот так, видите? А здесь, с этой стороны, должна прикручиваться еще одна планочка, и на ней должен быть вот такой вот магнитик. Но его нет, он отсутствует. То есть сумка практически получается бесполезная, да? Хотя у нее даже, мне кажется, вот эта вот кожа натуральная.
Вот, что я увидел здесь, я вот так вытащил, посмотрел, а там бижутерия. Сейчас будем смотреть. Кстати, сумка называется МНГ. Так, соседи ушли, а то там начали орать, что-то там, блин, подъездили. Надо теперь, короче, обзорчик можно делать. Так, что у нас сразу есть? Сразу есть у нас вот такие часики красивые. УЗО. Но эта фирма, скажем так, не особо дорогая, но и не особо, скажем так, не 5-рублевая. То есть такие часы, они будут стоить где-то порядка 90-100 евро. Сейчас мы их выставим вот так вот. Я не знаю, идут они или нет. Мы их на 12 поставим, посмотрим. Вот, если что, нужно будет батарейку поменять. Но они в хорошем состоянии. Вот так положим. Так, есть у нас вот такой браслет. Есть у нас вот такие перлы. Перлы, как говорят, да? А, так это у нас еще и... Ага. У меня уже такое попадалось. Вот у нас застежка, короче, серебряная здесь. Но вот здесь вот она, вот эта штука вылезла, да? То есть, ну, как бы это... Нужно их будет чинить. Застежка хорошая. Такие перлы у меня покупали. Серебряная застежка. За 10 евро брали их. Вот, оставим их на починку. Дальше у нас есть... Похоже, серебро, ребятки. Ух ты, тут даже дата стоит чья-то. 18.05.2023. Это кому-то, видимо, дарили. И все. А... Ага. Тут порвано. Короче, цепочка эта порвана. Да. В общем, ее порвали, поэтому выкинули. Она вот здесь вот два колечка. Ну, в общем, порванная цепочка. Ладно. Ну, ставим ее, мы же серебро по-любому собираем. Так, дальше идем. Еще одна цепочка, похоже, на серебро, как бы цветом не особо похоже. Сейчас мы посмотрим, что там за стоит. Это как штемпель. Угу. Угу. Стоит АГ-925. Ну, с вот таким еще кулончиком. Кулончик, не знаю, что за буква. L, наверное. Так, где у нас тут целое? Это вот все у нас не целое. А целое мы будем сюда ложить. Окей. Здесь у нас браслетик вот такой. Смотрите, с тремя камушками. Вот. И этот похож на серебро. Да, вот я вижу, у него даже без лупы видно. Проба стоит 925. Ну, хорошо. Идем дальше. Дальше у нас вот такой браслетик с сердечком. Нифига на сердечке. На сердечке тоже проба стоит, прикиньте. Девятьсот двадцать пятая проба вот здесь стоит на сердечке. Хорошо. Так. Сейчас размотать. Распутать бы здесь еще все. Ну вот. Вот такой браслетик еще есть. Это тут бижутерия. Так, так, так. Сейчас начнется, блин. Запутывание, распутывание. Короче, еще одна цепочка вот такая. Вот такая цепочка. Это, кстати, даже как бы и не цепочка, а как браслет. Нет, наверное, все-таки цепочка. Оп. Вот так это. Да, это цепочка. Это, короче...
Вот эта бусинка, она тоже должна быть где-то с той стороны. А, не, ребятки, это все-таки браслет. Он вот так цепляется. Вот. Вот так вот он одевается. И вот так. Вот так. Это браслет. Ну и там смотрю, что это. Проба тоже стоит. Хорошо. А это что у нас? Вот такая красота тоже есть. Какая-то подвеска, что ли? Ну, блин. Почему все запутывается все? Так, вот такая подвесочка. На подвеске не вижу никаких пломб и пробы. А может быть и вижу. Сейчас посмотрю. Надо хорошо лупу смотреть. Нет, на подвеске ничего нету. А здесь вот у нас вот такие штуки, и там что-то написано. Написано на нем. Complot B Miranda Co. Complot B Miranda Co. Но это бижутерия, это не серебро, но какая-то интересная бижутерия. Ладно. Здесь у нас кусочек какой-то цепочки. Там стоит вот проба. Проба стоит 900 S 925. Это мы к поломанным. Где у нас тут поломанные? Вот они, поломанные. Еще один браслет. Ну, на золото не очень, конечно, похоже. Что-то слишком уж такое желтое. Стиль. А, ну, никаких штемпелей не вижу. Ладно. В бижутерию пойдет. Еще у нас есть вот такая цепочка. Целая. А, ну это браслет тоже. Вот. И что у нас здесь по штемпелям? Да, здесь штемпель стоит. S925. Нормально, нормально. Идем дальше. Еще одна цепь. Ну, как сказать, цепь, цепочка. У этой цепочки нету колечка последнего, за которое вот здесь цепляют. Сейчас я посмотрю, это серебро вообще или нет. Да, 925, но, к сожалению, колечка нету. Конечно, там можно и так зацепить без колечка, но вообще колечко должно быть же, да? Нет, так не зацепишь, она слишком толстая. Замочек слишком толстый. Ладно, к поломанным. Так, есть у нас вот такая. Это как ее называют? Кстати, тоже с пробой, блин. Да, тоже написано. 803. Нет. 925. Что у нас здесь еще есть? Это болтик вообще. Вот, есть цепочка. Ух ты, это от 925 стоит проба сразу. И это фирма Fossil. Это, ну, довольно-таки знаменитая фирма здесь. Ну, хорошая цепочка, смотрите. С замочком и с ключиком. Если она серебряная, ну, 15 евро. Как минимум. Дальше идем. Так, это у нас одна или две? Это у нас две спутались. Ё-моё. Как распутать теперь? Так, ладно, короче, две вот такие цепочки. Давайте по замкам, я чтобы время не терять. Вот он, замок один, на нем стоит 925 проба. А здесь у нас сердечко, и на нем ничего нет. А замочек... На замочке тоже ничего нет. То есть получается здесь одна серебряная цепочка, вот эта, которая запуталась на ней.
Ну, она по цвету даже видно, да? Одна серебряная, одна не серебряная. В общем, такие находки у нас. Так, и здесь у нас еще пакетик. Я его так и не разобрал. Но я примерно знаю, что это. Это такие палки, знаете, для хождения. Короче, здесь очень популярно, скажем так, в Германии здесь ходить. Как это? Спортивной ходьбой такой заниматься, да? Вот. И вот эта вот палочка как раз для этого. Они тут, скажем так, по-моему, разбираются как-то. А может быть, нет, не знаю. Как они тут делаются. Короче, нужно с ними разобраться, что за хрень. Вот. В общем, такие палки. А вот, вот так еще нужно. Да, если вот так их, короче, раз заклепнуть, все, тогда они уже... Да, все, разобрался. В общем, вот такая палка. С ней ходить по лесу. Сейчас мы ее вот так снова соберем. Кнопочку нажимаешь. Раз. И потом уже вот здесь разбираешь. И вот здесь тоже разбираешь. Ну, и потом ложатся они в чехольчик. Но я их помою. Ну, продам. Люди такое берут. Спортом заниматься. Знаете, видели, наверное, таких вот лыжников. Такие лыжники ходят. Лыж нету, только одни палки. Вот это как раз оно. Это то, что вы видели. Так, все убрал. Убрал, убрал. Будем сейчас продолжать. Часы у нас на 12 были выставлены. Вернее, ну да, на стрелка была на 12. Не идут. Буду менять батареи у них. Вот. Ну, мы сейчас продолжим. Продолжим дальше. Так, ребят, дальше. У меня один подписчик просил, ну, короче, чтобы я ему там нашел кое-что. Ну, там целый список мне дал. Шуруповерт, утюг. И вот я ему вот такой утюг взял. Он говорит, у меня мой сломался, дорого будет, короче, ремонтировать. А я ему вот такой взял. Короче, ну, не знаю, я думал, что он новый. Нет, не пойдет такой. Конечно, да, это говно, мы его выкинем. Вот, тогда мы оставим, короче, вот этот утюг как раз моему подписчику. Вот этот утюг. Вот этот браун, который выглядит как новенький. Вот это мы ему оставим. Вот. Значит, есть уже. Сейчас ставлю в сторону сразу. Вот. Плюс шуруповерт. Он тоже уже как бы практически найден. Но нужно только проверить. Так, коробочку мы оставляем. Хорошая коробка. Сам этот утюг выкинем нафиг. Так. Вот сюда его. И это тоже нужно убрать отсюда. Вот так. Ну что? Бумаги. Сейчас это самое. Сейчас продолжим, ребята. Так, продолжаем. У нас два вот таких радио. BMW Business CD. Короче, от BMW E87. Но я посмотрел, там они на E81 и 2 подходят. И, короче, они вот одинаковые. И у обоих, кстати, нет вот этой вот крутяшки, крутилки. Вот, поэтому крутилочку нужно будет на них организовать какую-то другую. Но я смотрел, они особо, ну, так сильно дорого они не стоят. Они стоят примерно, ну, как бы, если в рабочем состоянии, то 30-40 можно за них получить. Вот, ну, в общем, если за полтинник два отдать, хорошо будет. Так, смотрим, у нас здесь есть телефон. На телефон нам надо кабель. Сейчас мы попробуем его включить. Раз. Кабелечек сюда. Хоп. Пусть вот так заряжается. Дальше у нас есть телефон. Кстати, точно такой же, как у меня. Ну, по-моему, точно такой же. Кстати, синий. Я тогда, когда себе брал,
искал, синий, не мог найти. Были только такие какие-то, блядь, фиолетовые. Вот, а этот тут прям синий. И, ага, и у него тут эта вот крышечка уже прям отошла. О, видите? Кстати, вот эту крышку здесь поменять. Вот эту вот. Если ее можно достать где-то, да? И стекло на камере поменять. И все, телефон будет целый. Потому что он, видите, он не битый. Мы его сейчас включим, попробуем. Вот так вот. Я свой телефон отключу. И мы его попробуем на зарядку поставить. Что он нам скажет. Где у нас тут зарядка? Вот это вот у нас синяя. Зарядка быстрая. Попробуем. Что-то пока ничего не показывает. Возможно, дефект. Так, и еще нам один кабель нужен для вот этого планшета. Acer планшет. Давно их не видел. Планшеты Acer уже давно перестали делать, наверное. А может быть, я ошибаюсь. Ну, сейчас посмотрим. Включим его и посмотрим, будет он что-то вам показывать. А вот лампочка засветилась у него красным. Значит, возможно, будет работать. Так, ну и пока это все заряжается, мы сейчас еще посмотрим кое-что. Так, ребятки, смотрите, что найдено следующее, да, то есть это у нас вот такой, кассетный плеер от фирмы JVC. И модель у нас это, так, модель у нас TDR611. Короче, я сейчас посмотрел, у меня же это аж кашель начался, блин, я посмотрел, сколько они стоят. Ну, короче, цена доходит до 400, ну как, хотят за нее некоторые продавцы 450 евро за эту деку. Вот. Ну, реально, реально в проданных я нашел минимум. Короче, там много. Есть разные цены, но минимальная цена, за которую была продана, это 150 евро. То есть находка по-любому офигенная. Единственное, что удручает, значит, мы ее с вами сейчас не сможем посмотреть. Вернее, проверить. Посмотреть сможем. Проверить не сможем. Так как она немножко намокшая. Я вот вижу, вот там вода. И если там немножко воды внутри попало, то это будет не очень хорошо, если мы включим, да? А точнее, совсем нехорошо. Вот. Что нам нужно? Что я сделаю? Я ее почищу. У нее, я здесь вижу, пару косяков. На нее что-то тут опрокинули, как вот клей какой-то. Ну, он, я вижу, он даже ногтем отдирается хорошо. Вот. Его не составит труда убрать вот здесь, вот здесь на кнопке. Вот, если этот магнитофончик рабочий, то это будет просто изумительно. А если не рабочий, ну, будет, естественно, намного меньше стоить. Ну, как на запчасти заберут люди по-любому. Вот. Вот такой JVC TDR611. Классный магнитофон. В общем, вот такие у нас сегодня находки. Вот. Я думаю, вам понравилось. Я думаю, я вас порадовал находками сегодняшними. Вот. Сейчас смотрю на канале немножко подписчики. Прибавляться стали. Так, это самое. Сейчас вот, ребятки, еще немножко буквально дотянем до соточки и будем разыгрывать какой-нибудь хороший ноутбук. Вот почему предлагаю ноутбук? Потому что ноутбук, как бы, ну, он универсален, да, он, скажем так, он всем нужен. Потому что если я предложу, допустим, к розыгрышу какую-нибудь кассетную деку там, или усилок, или еще что-нибудь, да, телефон, то есть это, как бы, может быть, и не актуально будет для кого-то. Вот. А вот ноутбук, я думаю, пригодится всем. Поэтому, естественно, из найденных выберем самый хороший ноутбук и разыграем его среди вас, когда наберется сотка. А до сотки нам осталось у нас сейчас там, блин, что-то две там с чем-то тысячи.
подписчиков набрать. Сейчас идет неплохая тенденция роста подписчиков. Вот, поэтому вам просьба тоже, значит. Вот, видите, вода, даже из-под кнопок вылазит вода. То есть его вообще сейчас совершенно запрещено включать. Вот, я вот оттер его от вот этого, то, что здесь было заляпано, я оттер. Все, уже ничего нет. Вот сейчас дотираю чуть-чуть, да, и все, в принципе, все, он целый. Вот, в общем, смотрите. Просьба к вам, значит, тоже это самое, постараться там подтянуть, опять же, подписчиков, друзей, там, это видео, репост сделать и так далее. Вот. Чем быстрее наберем, тем лучше будет. А этот магнитофончик мы пока уберем в сторону, потому что его, ну, просто жалко будет, если мы его запорим сегодня, да? Вот. В общем, на этом все. Я желаю вам удачи и до следующего ролика.